Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Добрый вечер еще раз всем, дамы и господа. По-прежнему у микрофона Герман Громов. И Герман Громов, больше никого нету. И мы с вами на гранд-финале боевого дивизиона, где у нас встречается команда S-Wild и Unknown Team. Unknown винут у нас 2-1 в серии. И сейчас, возможно, они станут победителями боевого дивизиона, если одержат верх на карте Убежище. Убежище, убежище. Так, начинают парни за атаку. Ну и вот здесь не знаю, кто же возьмет верх. Все-таки ребят этих я не видел на этих картах, поэтому сказать не могу. Ну, то, что заруба будет жаркой и жесткой, я думаю, это и так все понимают. Так, ну что у нас? Что у нас? Готовы, готовы вроде ребятки. И мы приступаем к просмотру карты убежища. Так, ставочки, гоу. Так, ну что, карта убежища стартует прямо сейчас. В это время вы уже написали ваши ставки. И мы будем сейчас наблюдать за этим прекрасным зрелищем. Возможно, последняя, возможно, это предпоследняя карта гранд-финала боевого дивизиона, но будем смотреть с радостью, я думаю. Кстати, вот ребята под альфу здесь делают, скорее всего. Опять же, К-25. Так, выбываем мы. Вибиваем. Что-то там то ли не отображается, либо краш, либо что-то еще. Очень много причин сейчас выхода может быть. Так. Да, оружие не прогруз. Хост, пишут ребята. Да, хост за оборону всегда у нас. Ну и поехали. Поехали. Передай привет экзекьютиву и константу. Привет экзекьютиву и константу. Так. Поехали, ребятки, поехали. И опять, ну опять не прогруз. Опять новый прогруз. Теперь мы еще и перезаходим.
Так, ну что там, ребятки-то заходят уже. Так, да, пельмешка зашел, поехали, поехали, гоу-гоу-гоу-гоу, ребята, поехали, время, деньги, деньги, время, Герман не ужинал даже еще. Да и даже не это. Не обедал. Поэтому, ребятки, давайте, стартуйте. Ну, надеюсь, у пельменди сейчас все прогрузится и будет все без проблем, а то у меня уже видео на 6,5 гигов накапало. Так, ладно, поехали. Убежище. Третий раз. Ну, бог любит троицу, но с третьего раза, я надеюсь, все будет нормально. Давайте, парни. Все, все нормально? Все нормально. Нормально. Слава богу. Ну что, Буш у нас идет прожимать боковую здесь. Пока никакого. Результат это не приносит. А вот Эсквайр забирает товарища. Но Фира, Алукар также погибает. И от Альфа-то все отрезано. Пельмешка также погибает от молодости. Ну и 25-й здесь попытается что-либо сделать. Но поздновато что-либо делать, потому что вся Альфа уже разрешена. Вот 25-й здесь пытается, но все-таки в стороне. Бесполезно. 1-0, довольно быстрый раунд от Unknown Team. И Альфа здесь, конечно, под прицелом этих ребят выглядит действительно хрупкой. Но посмотрим. Возможно, сейчас как-то по-другому сыграют. Вот у нас 20. Ну опять, ну что? Вчетвером будут продолжать парни. Уже есть первый минус, а и, похоже, это быстрый второй раунд за командой Unknown Team, но нет, пока еще сопротивляются парни. Буш делает минус по 25-му, 25-й забирает. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это быстрый поворот событий. Не туда, в wrong way. Неверный путь, ребятки, выбрали из команды Unknown. И сейчас... И сейчас Esquire 1 в 2 остается. Ну и Буш 25-м. В принципе, оба находятся в нормальном положении у обоих. Хороший хитпоинт. Но 25-й, кстати, видел, что Эсквайр убежал подальнее отыгрывать. Но и здесь его, конечно же, будут пытаться прессовать. Так, Буш его идет уже, кстати, выбивать. У Буша 10 хп. Буш погибает. И 25-й здесь пытается что-либо сделать, но время тикает, 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 и ничего не получается. Ой, все. Эсквайр здесь побеждает, берет этот клатч раунд. Очень хорошая, кстати, позиция вот эта вот. Когда уходишь на поставленную бомбу, ну и едем далее. Ну и Свайлд, скорее всего, выходит, опять же. 2-0, и все. Ладно. Ждем, пока зайдет, что нам еще делать. Так. Эсквайр угорает, видимо, из-за сложившейся ситуации. Ну, не знаю, что там за ситуация была. Так, тут очаровательная болеет за Эсвайлд. Понятненько. Так. Поехали, поехали. Наконец, все-таки продолжаем. Ну и надеюсь, в этот раз мы не выходим никуда. Ну что? Ну что? Поехали уже.
Ой, а чё я-то не... сам не нажал? Вот я молодец. Ну ладно. Я-то, в принципе, в любое время присоединюсь, поэтому мне не страшно. Поехали, поехали, ребятки. Ох, присоединились, а то у меня такое ощущение, что опять все вышли из боя. Ну ладно. Вот эта хаешка топовая была, конечно. Так, ну ладно. 25-го здесь уже, кстати, начекали, неплохо. Пошли размены у нас под Альфу, и Пельмеха забирает у нас товарища Экспоузда. А вот Евгений снова что-то там съел, и Пельмеха здесь его будет прессовать. Но у Евгения 100 хп, поэтому Евгений здесь сильный. На 25-й делает неплохой размен. Альфа-то снова выбили ребята из команды Unknown Team, но что-то Альфа действительно не может устоять. Посмотрим, Эсквайр занимает дефолтную позицию. Кенсер, кстати, слышит своего оппонента Буша. Буш там побежал через всю карту. А Эсквайр-то его слышит, походу. Ну, так, хладнокровно подождал еще, но и все-таки его забирает. Слушайте, ну это 3-0 за атаку, причем Unknown. Нормально так напрягают из Вайлдов. Я боюсь представить, что будет на смене сторон. Если сейчас четвертое дадут, то уже совсем все печально может быть у ЭС Вайлдов. И тогда можно пиши пропало говорить. Буш тут прожимает спину своему оппоненту. Ну, наконец-то есть, пошли минуса. Да и, похоже, даже в сухой этот раунд закончится. Разозлились, разозлились ЭС Вайлды. Просто. 5 в 0, 5 в 0. Просто размочили сейчас своего оппонента. Но где вы были раньше, парни? Где вы были раньше? Так, поздно собираться. Но сейчас команда из Wild уже должна. Вкусила она вот вкус вот этого приятного победного раунда, но похоже здесь это ненадолго. Снова Альфа разрывается, снова Exposed Esquire и Евгений здесь просто царят на этой карте. Ну и Буш последний остается, походу, теперь здесь 5 в 0 будет. Ну или Буш все-таки еще сделает минус. Да, делает минус по Евгению. Бомба ставится на бете. Ну и здесь Буша также с двух сторон защемили. Это 4-1. Так, ну что, Лукард идет прожимать у нас коннектора. Или не пойдет? Нет, не пойдет, а Сквайр там, кстати, один. И вот снова в переулок выходит Экспоуз. Ну и снова Альфа падает. Я просто не знаю, что это Альфа, это просто что-то. Выходишь в переулок с этими уашками, и все, до свидания. Снова последний один остается. А Лукард пишет: о, дружище, ну вам же тоже никто не мешает взять уашки и отыгрывать с ними. 5-1. 5-1 Unknown. У нас, в принципе, очень жестко сейчас ведут у своих оппонентов. Ну, посмотрим. Сейчас Пельмешка должен принимать здесь вместе с Бушем эту позицию, уже не дать себя в обиду. Но, похоже, дают, и сразу... Тут еще и подблочил своего тиммейта, товарищ Буш. Ну и снова. Ну, все-таки Буш, ладно, еще как-то огрызается. Там Эсквайр еще сбоку идет, но... Эсквайра здесь могут и защемить. Нет, не защемили, и убегают под бета. Но здесь Кенсерт разрывает 25-го и Буша сразу же. Это 6-1, но все, поплыли. Поплыли парни из коллектива S-Wild. Постоянно коннектор у них вот этот проваливается. Ничего не получается. Но я даже не знаю, что им придумать здесь. Снова не совсем удачные хаешки. Евгений забирает на своем пути 25-го. Ой-ой-ой, а у Лукарда также проблема. Но это, ой, беда. Ребята, даже не знаю, что здесь говорить. Потому что здесь просто разнос в одну кабину. В одну калитку. Ну вот Пельмешка еще боком выходит. От молодости погибает. Ну и... Ну, Фир также получает кучу дэмэджа. И Евгений его здесь распотрошил. Это 7-1. Ну, если... Ой, ну что такое? Парни, давайте, ну соберитесь. Ну что вы? Неужели так долго ждали и напрасно все? Так, хаешечки полетели. И неплохие хаешечки. И здесь решили прожимать, но Exposed опять забирает. И Буш снова погибает. Все в молоко улетает у Эсвайлдов.
Я не знаю, пацаны просто здесь уже ничего поделать не могут. Остается один пельмешка против троих, но... Если потащит клатч, то еще можно на смене сторон попытаться хотя бы что-то сделать. Но если сейчас восьмерка будет, то это вообще пиши пропало. Да. Это 8-1, и команда Unknown просто вырубает своего оппонента в прямом смысле слова. Это, конечно, жестко. Очень жестко. Поехали, ладно. Два раунда команде Unknown остается до победы в боевом дивизионе, но посмотрим, получится у них или нет. Но два раунда, в принципе, это не особо-то трудно, наверное, забрать, но вот у команды S-Wild не получилось даже два забрать. Что? Они, наверное, тоже попробуют этот переулок занимать или же нет? Они сразу пошли под бету. Ну вот пельмешка. Есть контакт с Евгением. Евгений пал. И неплохое начало, в принципе, для команды S-Wild. Но в меньшинстве. Пельмешка погибает. Но здесь Буш также делает размен. 3 в 3. Пока все неплохо. Кэнсер подловил своего оппонента. Но Буш также делает размен. И это 2 в 2. Бомба устанавливается на бете. И здесь Эсквайр с Кенсардом будут... Кенсорет. Ой, здесь хаешка так. Господи, что это за кошки-мышки? Кенсард все-таки его забривает. Буш идет выжимать, но нет, это 9-й раунд для команды Unknown Team, и это 9-1. 8 матч-поинтов. 8 матч-поинтов за этими пацанами, и все, походу, это... Хе-хе. Хе-хе, ВП, офис-менеджер Chicken McNuggets. Ну ладно, S-Wild, давайте все-таки пожелаем удачи побольше. Может, хоть сейчас у них что-то залетит и попробуют, еще попробуют. Если сейчас закамбэчат, то там еще можно и на 5-ю карту выйти. Но Esquire вместе с Евгением говорят: братва, нет, сорян, вы здесь никуда не выходите. Мы вас прессингуем, и вдвоем. А последний Нуфир остается, и у него здесь проблемы. И это... Почти ГГ, еще нет. Еще можно затащить этот раунд на Уфиру. 1 в 3 он остается. И против него Эсквайр, Евгений Кенсорт. Ну, 30 хп на счету. И здесь Евгений просто еще и со спины идет. Причувствует радостный лик команда. И Кенсорт выбивает эту победу. Ну и что же? Счет становится 10-1 на третьей карте. На четвертой, прошу прощения, карте для команды Unknown Team. ГГ, ВП.